друзья, проведя следствие, эксперимент в городе Баран, мы находимся сейчас в Голландии, мы двигаемся дальше. Так, Юля, следующий пункт нашего... Следующий пункт научного значения – Королевский дворец королевы Беатрикс. Ого! Не стоит разгуляться по мелочам. Масштабно мыслить, по-крупному, да. Но у тебя такие погоны серьезные, я сразу понял, что ты по-крупному мыслишь. На мелочи не размениваешься. Тележка с ребенком. Это тележка с ребенком она была. Вообще прикольно. Ну, деревня, деревня. Это вообще деревня или что? Да? Красиво, очень красиво деревня. Просто удивительно. У вас нету дома. Пожары, если у вас нет виллы в такой деревне, и ничего страшного. Радуйтесь жизни. Вы можете всегда найти подругу, которая будет такая вилла. Наслаждаться. У вас нет виллы, нет жены. Не переживайте, вы можете купить авто. Если у вас нет собаки, ее не отправит сосед. И с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает петь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас... Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут. Королевский.